Прошу! Прошу! Что у тебя там? Будь здоров. Прошу! Прошу! Не желаешь сыграть в Гвинт? Thank you.
ты сонный, но по глазам вижу честный. Здравствуйте, мастер-ведьмак. Я видел объявление. Допустим, я заинтересовался. Вот и прекрасно. Чудно. Я Брян Ходж, и это я повесил объявление. Мне нужно как можно больше подробностей. Разумеется, разумеется. Что же, в результате не самых счастливых для меня событий я вступил во владение полосой леса под вырубку. Это здесь, прямо под Новиградом. Вдали от больших дорог, зато близко к порту. Оставалось только нанять дровосеков и сосчитать деньги. Меня интересуют чудовища, а не твои дела. Ну так ведь все же связано. Я нанял нескольких краснолюдов, а те стали говорить, мол, в лесу призрак. Я решил, что они работать не хотят. Но как-то они ушли в лес, и вернулся только один. Говорит, какое-то лесное лихо на них напало. Говорим о плате. Ты предлагаешь слишком мало. А ты себе цену знаешь. Но вижу, ты старался не завышать. Так что, может, мы еще и договоримся. А ты себе цену знаешь. А ты себе цену знаешь. А ты... Ладно. Настолько я еще согласен. Я возьмусь за работу. И где тот выживший? Должно быть, шатается тут где-то. Последний раз, когда я его видел, он пропивал заработанное. Сказал, хочет почтить смерть товарищей. И хер бы с ним совсем. Здравствуй, путник. Я внесу рюмочку за упокой моих умерших приятелей. Так их, сука, раскатала. А я ведь не знаю, что это было. Не знаю, кого проклинать. Я говорил с неким Брианом Ходжем, он рассказал о смерти твоих товарищей. Сколько же мы толдычили этому херу, что в лесу что-то завелось, а он не верил. Он нанял меня выследить лесное чудище, которое напало на дровосеков. Да? В таком случае беру свои слова обратно. Хороший он мужик, хоть и коротышка. Что ты помнишь о нападении? Возвращаемся мы из лесу. Каждый нагружен дровами, как старый мерин. А тут что-то, сука, как завоет. Вроде как матерый волчара. Мы руки в ноги, а у телеги колесо заклинило. Магнус Рихтер говорит, чтоб я бежал в хату за арбалетами. Ну так я и бегу. Возвращаюсь я, значит, в лес. А там, сука, истинная мясорубка. Я даже не понял, кто где лежит. Спасибо, ты мне очень помог. Завали эту нечисть.
все будет хорошо. Тебе-то дождь не помех. Чего ты здесь ищешь, незнакомец? Похоже, дождь собирается. Это хата лесорубов Хоча. Теперь надо найти, где они погибли. Колеи глубокие. Должно быть, тут телега лесорубов остановилась. Потом они поехали здесь, наверное, к своей вырубке. Ну что, паскуда? Здесь был бой. Двое краснолюдов и что-то большое. Здесь был бой. Двое краснолюдов и что-то большое. Один краснолюд пошел сюда. Раненый бежал туда, потерял много крови. Когтями процарапал скалу. Похоже, он был очень зол и очень силен. Корни придавили краснолюда к земле так, что он задохнулся.
У краснолюда была глубокая рана на спине, он умер от потери крови. Все указывает на лешего. Молодая особь. Должно быть, он в этом лесу недавно. Надо найти его тотем. Вороны служат лешим. Тотем должен быть где-то рядом. Это не птица лешего. След неверный. А вот и тотем лешего. Как только я его уничтожу, он занервничает и выйдет из норы. Сиди короли ветеро. Хворался я что-то. Здравствуйте, мастер-ведьмак. Я убил лешего, который напал на дровосеков. О, это прекрасно, чудно. Правда, придется найти новых лесорубов. Но в работниках тут недостатка нет. А если сюда какой-нибудь новый леший придет? Всякое может случиться. Тогда придется поискать какого-нибудь ведьмака. Ну да. Разумеется, тебе полагается плата. Я ведь не из таких, что не платят за хорошую работу. Прощай. Если бы ты
корм с маслом ел, то не был бы такой бледный. Ладно, ты с чудовищами разбираешься. Чего? Бывай. Не шали. Я пришел поговорить насчет заказа. Заказа? Ах, да. Что-то я такое подписывал. Говорят, какая-то тварь нападает на одиноких прохожих и бросает тела в Оксенфурские канавы. А почему вы сами этим не займетесь? Может, потому что нам нужно выиграть эту долбанную войну, и у нас нет времени лазать по стокам. Сначала поговорим о величине награды. Если ты себя покажешь как следует, тебе жаловаться не придется. Риданская армия — это не банда оборванцев. На Ведьмака у нас денег хватит. Ладно. Столько я могу дать с чистым сердцем. Я возьму этот заказ, но мне нужно больше деталей. Расскажу все, что знаю. Я хотел бы осмотреть тела жертв. Да трупы как трупы. Когда я осмотрю раны, будет ясно, что это за тварь. Спроси нашего коновала. Может, он не сжег еще тела? Он, наверное, в хижине сидит, на берегу. Мы там как бы морг устроили. Есть какие-нибудь свидетели? Кто-нибудь видел эту бестию? Какая-то женщина пережила нападение. Говорят, она с того времени не просыхает. Так что я бы ее поискал в корчме в Оксенфурте. С наградой же проблем не будет? Не будет. Хочу, наконец, это выбросить из головы. Ты медик? Я хотел осмотреть тела жертв. Ах да, я еще не велел их сжечь. Ты делал вскрытие? А зачем? Нищие попрошайки. Все смердели дешевым вином. Я могу взглянуть на останки? Не хочу, чтоб ты шастал тут. Мне вернуться с письменным приказом? Ну какой же ты доставучий. На тебе ключ от мертвецкой. Иди разглядывай, сколько влезет. Он был пьян, и к
кто-то тянул его по мостовой. У него на шее следы клыков. Вампир сосал из него кровь. Укус вампира и сильный запах алкоголя, как и у первого. Приветствую, мастер. Честь и отчизна. Может, поставишь бутылочку жертве бестии? А ты расскажешь мне о нападении чудовища? Без бутылки здесь не справиться. Думаю, ты мне скажешь все, что я хочу, и без всякой бутылки. Да, скажу. Я тогда выходила из корчмы. А может, я и выпила лишнего. Но это мне точно не привиделось. И вот что-то в переулке окликнуло меня по имени. Было темно, и я не видела, что там. Но точно не человек. Откуда такая уверенность? Я просто знаю. Это нечто схватило меня за край юбки. Но я вырвалась и убежала. Только и всего? Немного ты видела. Ты тоже мне не веришь? Да иди ты! Не путайся тут. Такие, как мне ты, говорит, только болезни разносят. Паразитизм и дезертирию. Подтертый браслет, под позолотой видно серебро. Для женской руки он слишком большой. Скорее всего, его потерял нападавший. Повреждения на теле жертв и любовь к бижутерии подсказывают, что я имею дело с катаканом. Вампир любит кровь пьяниц. Этим-то я его и приманю. Я тебя помню. Что принести? Хочется нажраться, как свинья. И желательно дешевым вином. Неприятности с девушкой? Неудачи в торговых делах? Ни то, ни другое. Работа у меня такая. Но наличность, пожалуйте, вперед. Давай, пусть кружка все время будет полной.
Девица из Виковара любит только зомбаром. У второй из Виковара не в чести ложится даром. Так он, сука, не слышит. Попробуй еще один куплет. Красавица, а что надо делать, чтобы такая бледная морда была? А у третьей нету правил, лишь бы кто-нибудь да вставил. А у третьей нету правил, лишь бы кто-нибудь да вставил. Что все это значит? Хамство и деградация! Упадок морали и нравственности! Ладно, ладно. Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. О! Я чую твою кровь. Ну иди сюда, скотина. Я выпью твою кровь. Хватит пиздеть. Вот и я. Этот чертов катакан. Я его слышу. Он идет домику над рекой.
свидания. Я уничтожил чудовище, которое убивало жителей. Здесь поселился катакан. А ты правду говоришь? Что еще за катакан такой? Высший вампир. Очень интересный случай. Это по какому же поводу такой скотиной можно интересоваться? Он питал слабость к алкоголю, и у него было чрезвычайно раздутое самомнение. Ну, главное, что его кондрашка хватило. И тебе за это честь и слава, ведьмак. Прощай. Слава королю Радовиду! Такова, что мы уже зависим от черта. Нет сильных карт, нет золотого короля. Ничего не выйдет. Он что, не знает правил? Но у меня есть деньги. Так пусть пойдет и купит себе что-нибудь хорошее. Или возвращается с картами получше. Смердит паленым мясом. Почему они не жгут эти костры за стенами? Да? Я слышал, здесь в игре высокие ставки. Сперва нужно, чтобы было чем играть. Пусть он покажет карты. Карты в порядке. Отступительный взнос имеется? Есть. Ну, хорошо. Пусть назовет имя, тогда и получит вступительный билет. Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. Игра скоро начнется, но сперва вы должны избавиться от сброда. Пусть подождет. Только участники турнира, остальные все вон. Ждем послезавтра. Вот значит как. Геральт из Ривии. А я уже думала, турнир будет ужасно скучно. Обыгрывать фермеров, уличных громил и фальшивых аристократов меня не слишком радует. Мы знакомы? Скажем, у нас есть общие знакомые. Я слышала о тебе много хорошего. С подробностями. В подобном месте довольно тревожная рекомендация. Как тебя зовут? Саха. А дальше?
Или, может, ты сразу скажешь, как тебя зовут на самом деле? В подобном месте можно ограничиться Сахой. Вижу, ты знаешь всю компанию. Часто бываешь в Пасифлоре? Ну, бываю. Не припомню всех игроков, но это Патрик Лещина. Эти трое никогда от него не отходят. Я знавал человека, который нанимал зариканских воительниц для охраны. Но у этих должно быть... другие таланты. Этот низушек Бернард Тули, хуторянин. Уверяет, что играет для удовольствия, но ведь каждый хочет выиграть, правда? А с этим поосторожней. Он не особенно уважает таких, как ты. Что само по себе забавно, Финиас сам полуэльф. Ну, о графе Тибальте ты, думаю, слышал? В конце концов, это он, устроитель турнира. Нет, не слышал. Говорят, он сказочно богат. Не знаю, сколько в этом правды, но на графский титул денег хватило. Еще увидимся. Попробуй перед турниром поговорить с другими игроками. Нам все равно ждать графа Тибальта. Да ладно, я тебе. Или пойти ко мне? Прошу простить, я должен сосредоточиться перед игрой. Да я уж вижу. Мне от этого пользы будет больше, чем тебе от разговоров с Сахой. На твоем месте я был бы с ней осторожней. Просмотр денег стоит. Я здесь тоже новичок. Кажется, пока я собрал этот вступительный взнос, 100 лет прошло. На шампиньонах быстро не заработаешь. Ты действительно хуторянин? А что, не похож? У меня хозяйство за городом. Целыми днями сидел бы и смотрел, как они растут. А что с запахом? С каким запахом? Ну, шампиньоны шампиньонами, а иногда нужно и в город вырваться. Моя хозяйка сейчас же вплачь, что меня тут в Новиграде прибьют. Ай-яй, гортензия, такая оказия, лучшие игроки, самые редкие карты. Ну, тут уж пришлось ей меня отпустить. Удачи. Взаимно. О, вот он истинный дух игры. Зато этот полуэльф... вон там уже давно ест меня глазами. Чего? Ты часто участвуешь в турнирах? А что? Хочешь пощупать меня, как девку перед трахом? Может, тебе еще карты показать или членам помахать? Я увижу твои карты, когда мы будем играть. Так высоко, мутант, ты вряд ли заберешься. Приветствую всех на закрытом турнире игры в Гвинт. Под словом «закрытый» я подразумеваю не только элитарный характер самого мероприятия. Каждый, кто покинет стены Пасифлоры до окончания игры, будет дисквалифицирован. Это правило номер 1. Правило номер 2, 3 и 4. Никаких скандалов, нечистой игры и магических фокусов. Играем на золотые фигурки. Победитель получает все, а также денежную награду в 9 раз превышающую вступительный взнос. Как легко посчитать, заявлено 9 игроков. Турнир пройдет в 3 круга. Финалист сыграет со мной. Пары соперников определит жребий. Прошу зачитать состав первого тура. Финиас и Тим Узел, Патрик Лещина и Харальд Пиропых, Гервальд из Риви и Бернард Тулле. Ха! Вот оно как вышло! Брабл Фрунтенстрох и...
мадам Саха. Великолепно. Желаю всем приятной игры. Наконец-то! Теперь-то будет что рассказать Гортензии и детям. Начали!
Ха, ну вот. Кто бы мог подумать? Спасибо за игру. Ну как первая игра? Похоже, для меня турнир уже закончился. Не обязательно. У меня есть одно предложение. Давай обсудим его наверху. С террасы открывается прекрасный вид. Хорошо. Чуточку, я смогу бросить эту работу. Наконец-то мы одни. Так о чем ты хотела поговорить? Победитель турнира получит целую кучу денег. Не знаю, как ты, а я бы предпочла убедиться, что они попадут в хорошие руки. И я бы не стала рассчитывать на везение. Лучше просто вынести их отсюда как-нибудь потише, не беспокоя остальных. Не этого я ожидал. То есть ты не производила впечатления... Воровки? Разумеется. Я же не занимаюсь этим каждый день, поэтому мне и нужна помощь. Почему ты пришла с этим ко мне? Я слышала, что Геральт из Ривии никогда не оставит женщину в нужде. А я женщина, которой очень нужны деньги. От кого ты это слышала? От Фрингильи Вига. Она рассказывала о ваших приключениях в Баклере. И, как я поняла, на тебя можно рассчитывать. В правом деле. Ну хорошо, допустим, я тебе помогу. Я, разумеется, поделюсь деньгами с тобой. Какой у нас план? Прежде всего, останься до конца турнира. Остальное я скажу, когда придет время. Все это звучит несколько загадочно, но допустим. Замечательно. В таком случае вернемся к остальным игрокам. Мадам, поздравляю с отменной игрой. Вы ожидали победы, госпожа? Да. Перед турниром у меня были хорошие предчувствия. Вор! Деньги украдены! Стражника зарезали! Что? Как это возможно? Денег никто не касался. Всех, кто выходил, мы проверяли. Надо обыскать здание. Каждый, кто пройдет проверку, может уходить. Это не я. Можешь даже не спрашивать. Я так и подумал. Ты обещал, что поможешь мне. Давай попробуем вместе отыскать деньги. Согласен. С чего начнем? Поднимемся наверх. Подожди. Этот ведьмак – хороший знакомый капитана Хансена. За небольшую плату он может осмотреть место преступления. За плату? Но ведь... Разумеется, мы рассчитаемся с самим капитаном. Как он после ранения? Ему уже лучше? Ну, я слышал, что да. Рада это слышать. В таком случае мы пойдем наверх. Милостивая госпожа, если вы увидитесь с капитаном, будьте так любезны упомянуть. Это все, мой любезный. Ты можешь идти. Ведьмаку нужны абсолютная тишина и покой. Ну еще бы. Неплохо у тебя вышло. Ты правда знаешь этого капитана?
Да, ужасный человек. Ну, принимайся за работу. Раны нанесены под странным углом, но очень профессионально. Похоже, что-то тяжелое двигали в сторону террасы. Арбалетный болт. Кто-то привязал к нему кусок веревки. Она явно отрезана. Может, вор спустил на этой веревке мешок с деньгами? Тогда у него должен был быть сообщник, который ждал на улице. Внизу что-то есть, но отсюда не разглядишь. Это сделал кто-то из участников турнира. Он спустил деньги на веревке, а после спокойно прошел мимо стражников. Этот кто-то хорошо подготовился. Ты сумеешь его выследить? Еще не знаю. Посмотрим, может, на улице остались какие-то следы. Пойдем. Чудесно. Ну и грация, ну и стиль. Точно такая же, как та, что привязана к арбалетному болту. Надо здесь осмотреться. Этот запах здесь. Корица. Странно. Я ничего не чувствую.
Мы живем в материальном мире, и я материалистка. Чудесно. Ну и улыбка, как лопнувший шрам. О, Геральт, укротитель чудовищ, не хочешь ли меня укротить? Он слишком спешил и потерял вот это. Должно быть, выпало из повозки. Откуда ты знаешь, что это потерял вор? Под свертками лежит арбалет. Меня так и разбирает вспомнить какую-нибудь шутку насчет острых приправ. Но я воздержусь. Ценю. Я уже видела этот цеховой знак. Эта компания торгует приправами из Зерикании. У них склад в доках. Он с этой стороны порта, дальше всех к северу. Встретимся на месте, хорошо? Договорились. Дороги до драконьих гор лучше не Внутри шестеро. Дверь я открыть не смогла. Значит, найдем другой путь. Страдаю от бедности. Воска. Теперь чувствуешь, как пахнет корицей? Ага, значит, склад тот самый. Попробуем войти здесь. Давай вперед.
Который из них Гортензия? Тот, высокий. Игра окончена, Тули. Отдавай деньги. Игра, вот именно. Я наблюдал за тобой с самого начала, но думал, если ты меня выследишь, то придешь одна. Ты уже рассказала ему, кто ты, нет? А он наверняка с удовольствием послушает. Говори. Говори, или я велю переломать тебе пальцы. Что происходит? Все очень просто. Мадам Саха проглотила сказочку про разводчика шампиньонов, как пеликан кирпич. Я думал, она будет мудрее. Ну так как? Ты сама скажешь, на кого шпионишь в Новиграде? Или хочешь это прокричать? Отойди от нее. Попридержите кто-нибудь ведьмака и поставьте его так, чтобы ему было хорошо видно. Ох, славная работа. Я его не подозревала, а он-то меня, наверное, давно раскусил. Низушки бывают непредсказуемы. Во всяком случае, у нас получилось. А теперь насчет того, чтобы поделить деньги. Они твои. Все-таки турнир выиграла ты. А ты помог мне их найти. Поделим их пополам. Знаешь что? Приглашаю тебя на ужин в Зимородок. Надо отпраздновать мой последний день в Новиграде. С удовольствием. И оказалось, что эта голубоглазая проститутка его сестра. Он не мог в это поверить. Ну надо же. Попросил, чтобы я снова встретился с ней в Доме ночи. Очень интересно. Может, ты расскажешь конец этой истории наверху? Хорошая мысль. Ушла, не попрощавшись.